Друзья, всех приветствую на нашем канале. Вы хотите посеять газон и задаете себе вопрос, какие семена приобрести и при этом получить хороший результат. Так как и обещали вам, сегодня мы будем проводить тест, высевать несколько травосмесей, а то есть 6. Подчеркиваю, это не реклама. Все бренды травосмесей известны во всем мире. Сегодня у нас 29 мая 2021 года. Итак, поехали. Сейчас приготовим землесмесь для посева семян газонных трав. Нам нужна хорошая земля плодородная. 5 частей насыпаем. Так, 5 есть. И 1 часть речного песка. Обязательно хорошенько все смешать. Все, землесмесь готовая. Для нашего эксперимента мы будем использовать такие семена. Pixit Town and Country канадского производства. Barenbrook Super Sport голландского производства. Barenbrook ремонтные семена SOS. А также DLF Trifolium датчанского производства Sportmaster. DLF Trifolium Golfmaster. И DLF Trifolium Ornamental. Для посева семян мы будем использовать контейнеры одинакового размера и свежеприготовленную землесмесь. Начинаем. Заполнили каждый контейнер землесмесью. И сейчас приступаем к посеву семян. Каждый пакетик у нас идет с номером и каждый контейнер с номером. Начинаем высевать. Переходим к контейнеру номер 2. Посеяли мы наши семена. Теперь слегка заделываем плодородной почвой. Потом обязательно уплотняем, чтобы семена соприкоснулись с почвой. После уплотнения проливаем наши семена водой, ставим на проращивание и будем ждать первые всходы. На 4-е сутки после посева семян газонных трав первую всхожесть у нас дали семена под номером 3 Barenbrook SOS. Это ремонтные семена, в состав которых входит 100% райграсс. Довольно таки неплохая всхожесть. Вот посмотрите. На 5-е сутки
Схожесть далее. У нас все контейнеры. Давайте разобьем на процентность. Pixi Town & Country 35% в схожести. Barenbrook Super Sport 60% в схожести. Контейнер номер 4. DLF Sportmaster 15% в схожести. Контейнер номер 5. DLF Golfmaster 25% в схожести. И в контейнере номер 6 у нас семена DLF Ornamental 45% в схожести. Тоже довольно-таки неплохо сошли. Почему? Потому что здесь тоже 35% райграсса. Райграсс, как мы все знаем, очень быстро дает схожесть. Температура воздуха дневная у нас плюс 17, плюс 18, а ночная плюс 9, плюс 10. Влажность воздуха 75-85%. Будем наблюдать дальше за нашими семенами. У ремонтных семян Barenbrook SOS наблюдаем уже корневую систему. И у Barenbrook Super Sport здесь 50% райграсса, тоже наблюдается корневая система. Прошло ровно 7 дней с момента посева тестируемых семян газонных трав. Как мы видим, во всех контейнерах есть всхожесть. Эту всхожесть дал райграсс. В контейнере номер 5, где находится травосмесь DLF Trifolium Golfmaster, еще всхожесть дала полевица. Это прекрасно видно на видео. Остальные компоненты травосмесей, такие как овсяница и мятлик, всхожесть будут давать позже, за которыми мы будем наблюдать. Исключаем только контейнер номер 3, где посеяны семена Barenbrook SOS, это ремонтные семена, в состав которых входит 100% райграсс. Друзья, спасибо за просмотр. Подписываемся на наш YouTube канал, обязательно подписываемся на нашу страничку Instagram, ссылочка внизу под видео в описании. Ждем следующие серии. Всем до следующей встречи!